Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Call of Duty Black Ops 2, если не ошибаюсь, или просто Black Ops. Это была ловушка. Неважно. Они знали, что мы придем. Этот сукин сын Драгович. Да, это он за всем стоял. Куда Драгович вас отвез? В Россию. В исправительно-трудовой лагерь. Кошмарное место под названием Воркута. Что они с тобой сделали, Боже, в Воркуте, Мейсон? Чего они только не делали. Чего они не делали, самое такое? В Воркуте. Почему Кастро не убил вас? Зачем он тут, Драгович? Ведь Кастро и Драгович работали вместе. А, вы были подарком? Да. Да. Куда Драгович сдал вас? Воркута. Сущий ад. Я выживал. Что было в Воркуте, Мейсон? Сам за себя. Я там сидел. Чуть меньше года. Ну же, Мейсон, что вы сделали? Я бы сдался и подох там. Если бы... Если бы не план Резнова. Да, если бы не он самый. Ну, планы Резнова. Это планы Резнова. Слабак! Тихо. Американец! Виктор Резнов. Друг мой. Хороший друг, по мордам не надавал. 63-й год. Работайте, сволочи. Ты бьешь, как баба! И вы только через силу понимаете, собаки. Тихо, тихо. Эй, сволочь! Вечно ты, Резнов. Блин. Тихо, тихо, на. Давайте, восстание. Резнов. Мейсон. Давай. Каждый путь начинается с одного шага. Вот. Первый шаг. Найти людей. Мы возьмем Воркуту. Ура! Шаг второй. Давай. Огонь! Четыре! Пять! Я что-то не понял, чё, почему? Три! Я что, не могу никого? Так. Вау-вау-вау. Позволь мне представить. Сергей Кузин. Гроза Магадана. Здравствуй, Сережа. Хорошо, что ты друг, Сергей. Гроза Магадана. Магадан. Значит, опять дожди. Давай. Шаг два. Хрена чего там. Так, вот сейчас это... Кто выживет, тот выживет. Резнов, ты уверен, что ему можно верить? Полностью. У меня кирки-то нету. И он не так различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Забытый, покинутый. В Воркуте мы все здесь братья. А то! Кто бы сомневался. Господи, братья-то такие какие-то... Не ахти. Отстреливаться. У тебя всего-то патронов. От кого ты отстреливаешься-то? Давай, Сережа. Ой-ё. Я так... Я сильно рад, что ты на моей стороне. Так. Ваши люди понимают, что это форменное самоубийство. Чё, у меня один пистолет? Требует жертв, Мейсон. Мы, ну, русские. Да. Знаем это как никто. Так, пока за спинами и бежим. Да бежим! Блин. Ладно. Что-то не так. Эти твари не дают мне пройти, так. Давай, первых перебью сейчас. Мейсон! Сюда!
Открыла огнем с вышки! Давай! Смелей, товарищ! Побежали! Okay. Тихо. Поле зрения. Вас понял. Он убит. Да я не мог. Не высовывайтесь из-за вагонетки. Мне что, только именно за ней надо быть и все, что ли? Вот он! Идет! Я побежаю! Да. Он ранен! Ну, прицели! Так, вижу! Тихо. Осмотрим! Давай! Пройди! Я вижу! Тихо! Давай! Кто там? Нам на помощь! Идут товарищи! Давайте! Да, товарищи! Да! Кто там? Видите, что творит изобретатель из Мейсона с добром, похищенным из санчасти? Держи поле зрения! Так. Ура! Не отчаивайтесь, друзья мои! Надеюсь, это я. Никогда! Ага, сейчас размечтался. Мейсон, мы не остановимся! Месяцы! Мы не усомнимся! У меня-то не было месяца. Или умрем! Я просто вас поддерживаю месяц. Давай, беги. Ты куда? Сюда! Ну, не знаю, куда ты там побежал. Месяцы. Сергей! Сломай ящики с оружием! Мейсон, иди на вышку и поддержи восстание на юге! Хорошо. Давай. А я не должен, да, здесь быть-то? Он без меня сломает? Я услышал ящики с оружием и прибежал сразу. Смысл у меня здесь без оружия быть? А. Товарищи! Время пришло выступить против тех, кто поработил нас! Да познают они мужество русского народа! Да. Мы все проливали кровь! Так, понятно. Души ради ее спасения сражались. Нет. Обык против фашистов. Да. Мы ползли по кровавой грязи, по безводным пескам. Ага. Ради наших побед. Не ради наград. Посмотрим. Не ради славы. Есть. Есть. Сюда! К оружию, товарищи! Скоро прибудет подкрепление для защиты главного арсенала. Точно так? По плану. Так, перейти к пятому шагу. Оружие Мейсона скоро будет готово. Блин, дробовики что ли только? Только дробовики? Ладно. Стреляй по замку, Мейсон. Спалим этот ад к чертовой матери. А, мне туда надо. Поле зрения. Все понятно. Обогрите стены их кровью! Цель уничтожена! Так. Вот он и сделал его! Режьте их, как свиней! Ага, надо прорываться. Нужен дом поражена! Поддержаю! Так. Держи в поле зрения! А вот вертолет! Хорошо! Тихо! Это все идет так, как нам надо! Пятый шаг! Ура!
Давай. Что тут? Ой-ой-ой. Вот они! Он ранен! Вижу его! Господи! Тихо-тихо-тихо-тихо. Будем надеяться сработать! Поберись гарпуну! Эйсон! Хватай гарпун! Да подожди ты! Раненые! Да! Ура! Вот так! Так, слазим. Вы все знаете, что делать! Конечно! Мы только в атаку! Только понятно. Вперед! А разум зовет! На! На! Вот они! Отбросьте страх! На! Он ранен! Заходи сбоку! Блин, заходи сбоку! Я их не видел, блин, в азарте! С этим дробовиком, ну его нахрен. Вы все знаете, что делать! Конечно. Вот, есть. Много целей! Я не вижу, что он. Он круг! Понятно! Ищу же! Да. Залетаю гранату! Я трачу, бой мы за бой! Наступаем! Да. Вот они! Где тут? Эрицинская! Заходи сбоку! Тихо. Давай! Спокойно. Так. Вот так. Где тут враги? Вижу их! Немножко, немножечко. Они пытаются закрыть вход в арсенал! Остановите их! Они пытаются запереть дверь! Да. Сергей! Сергей долго не продержится! Скорей, Мейсон! Давай, 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 я здесь! Нет! Мейсон! Открой дверь! Драме! Вот они! Чё? Серегу задавили? Блин. Плохо. Куда? Куда? Где вы? Он у меня в пределе. Ты как здесь оказался? Давай на поражение! Уничтожи! Эрицинская! Он мой! Я вижу, блин. Это я! Я вижу это! Вот он стоит, почему ты его не убрал? Так, шестой! Буду не заполучить железный бак! Где? Сюда! Тихо! Закрой! Отлично! Персистова! Отлично! Вот туда! Кто? Я и вас уничтожу сейчас. У нас мало времени! Они ломятся внутрь! Не пускайте! Конечно, не пускайте! Вот! Паяльная лампа нам вот подойдет! Давай! Прикрой меня! Да, вот туда! Меняю стрелять! Бросаю гранату! Давай! Тихо. Блин, почему так все дебильно-то вышло? Не имеет значения. Шаг шестой. Да. Получить железный кулак. Сюда. Он у меня на бушке. Вас понял. Ой, санитара. Много целей. Давай.
быстрее. Опять подкрепление! У нас мало времени! Они ломятся внутрь! Не пускайте! Ага, паяльная лампа нам ты подойдет! Вон они! Вот он! Ты под прикрытием! Давай! Прикрой меня! Давай! Меняю стрелять! Бросаю гранату! Фальтарку! Держи в поле зрения! Они пускают! Осторожно! Очисти дорогу! Тихо! Руби безопасности, проследовать к входу в шахту! Куда? Он ранен! Вот они где! Конечно! Пойдем! Понятно! Тихо, тихо! Он мог! Давай на поражение! Эйсон! Не подпускай их ко мне! Вон они! Назад! Отступаем! Открыть арсенал! Быстро! Осталось немного! Да! Да. Блин, тим на тебя гранату потратил. Куда? Стоять. Куда? Эйсон, бери пулемет. Держись, товарищ! У меня прицел! Вон они! Легко! Отлично! Господи, а что в то время уже такие были? Тихо! Не высовывайся! Мы сейчас! Спокойно! Отличный выстрел! Яблочко! Прекрасный выстрел, я бы сказал! Тихо! Что тут еще есть? Спокойно. Цель уничтожена! Конечно. Убил! Убивайте всех, кто встанет на пути! Вот сюда! Осторожно! Так. Слезоточивый газ! Ой-ой-ой. Это по сюжету? Меня вынесли по сюжету? Подписывайтесь на мой канал, будет вам сюжет. На канал Asmodee Play.